Доброго здоровья, друзья. Доброго здоровья вам, мои дорогие. Здоровья, ребята. Самая огромная ценность на планете, в нашем мире, это здоровье. И я желаю его вам всей лохматой душой, всем сердцем, всей человечностью, какая живет в душе. Перед вами, друзья, очередной страдалец. Очередная жертва наших лихачей. Даже не знаю, как это назвать. Страшно, ребят. Мальчишку подобрали на обочине. Он не мог писать, потому что у него там все раздулось, все сжимало. Гематома на весь живот. И сломано бедро. Это Рэй. Он небольшой. Добрый, ласковый. А когда ему больно, он просто тихо скулит. Ребята, мы с вами сделали все, чтобы спасти Бинго. И простите меня, что я не смогла. А теперь новая боль. Теперь Рэй. Многие спрашивают: Валя, ты что, мазохистка? Нет, ребят. И я с радостью бы бросила все. Но только если я брошу. Кто? Кто меня заменит сейчас? Я очень надеюсь, что найдется человек, который заменит меня чуть позже. Очень надеюсь, что появится кто-то настоящий, по-доброму любящий животных. Мы спасаем только благодаря тому, что мы все вместе, ребят. А вот одному человеку прооперировать свою собаку, если, не дай бог, она поломала лапу, это нечто. Это что-то страшное. Вы не обращали внимания, сколько инвалидов ходит вокруг вас? Хромых, косых. Это выброшены те, на кого не нашлось денег. Мы живем в страшном мире, ребят. По-настоящему страшном мире. И все равно хочется верить, что та капля добра, которую мы с вами удерживаем, что она не растворится в общем равнодушии и не пропадет. Я желаю вам доброго здоровья, друзья. Я всем сердцем желаю вам крепкого, доброго здоровья. А все остальное приложится. Простите меня за грустные ролики, мои хорошие. Я бы рада и спеть, и станцевать. Ну, никак не получается. Вот сейчас выбор, ребята. То ли откладывать деньги на корм, которого у нас осталось на несколько дней всего, то ли оплачивать операцию. Я не знаю, что происходит, мои хорошие. Я прошу вас. Я прошу вас меня поддержать. И я хочу этим роликом объявить день стольника. Пожалуйста, друзья, отзовитесь. Ваша помощь для нас, она бесценна. А все, чем можем вас отблагодарить, это пожелать. Крепкого вам здоровья, друзья. Крепкого вам здоровья и благополучия. Храни вас Бог.